Привет! Сегодня я нашел реально секретный способ заработка на нашей Блэкраше, с помощью которого ты за считанные минуты станешь миллионером, и сейчас я тебе его покажу. Но перед этим я хочу напомнить вам о том, что в прошлом ролике мы разыгрывали 3000 рублей, которые получает вот этот подписчик. А если ты также хочешь получить бабки на халяву, то тебе всего-то нужно подписаться на мой каналчик, поставить лайк, написать огромное количество комментариев. Итоги будут в следующем видео. И также не забывайте о том, что сегодня я, как всегда, нахожусь на нашей Блэкраше, а именно на сервере Crimson. Так что обязательно заходите и играйте вместе со мной. А если после захода ты хочешь стать реальным миллионером, то обязательно вводи мой личный промокод хэштег Бестик и получай огромное количество денег на халяву. Короче, парни, как вы знаете, на данный момент многие игроки Блэкраше работают на обычных работах и максимум за час зарабатывают там около 500 тысяч рублей. Это реально какие-то копейки, потому что сегодня я решил раскрыть вам реально секретный способ заработка. Как вы поняли, о нем почти никто не знает, и с помощью него за час вы сможете заработать от 10 до 100 миллионов рублей. Да, конечно, в это сложно поверить, но сегодня я вам это все докажу, и это все вы сами лично увидите. Первым делом, для наглядности, я вам покажу, ну, самый легкий способ, а именно вам нужно ввести команду /donate. У вас появляется вот такое вот донат меню. Как вы видите, тут у нас в акциях продается вот такая вот копейка всего за 25 рублей, и сейчас мы покупаем эту машину. После этого спавним ее и отправляемся на наш бурынок. Как вы поняли, нам нужно будет продать ее намного дороже, и буквально через 2-3 минуты я нашел покупателя, который купил у меня эту машину за целых 55 тысяч рублей. То есть буквально за 3 минуты я заработал целых 30 тысяч. Но это реальные копейки. После этого я решил организовать целую систему купли-продажи для того, чтобы таким образом заработать как можно больше денег. А именно, главная цель — это покупатель, который заказывает у меня какую-либо донатную вещь, платит за нее в 2,5 раза больше, чем она стоит в донате, и естественно мы совершаем обмен. Сейчас мы попробуем эту схему. После долгих поисков мне удалось найти человека, который бы хотел купить скин Кевина, а именно это донатный скин, который стоит целых 5000 рублей. Естественно, меня это заинтересовало. Мы обговорили цену и сошлись в цене на 11 миллионов рублей. Мне кажется, это наш шанс. Покупаю я этот скин, после этого кидаю ему предложение обмена, и мы благополучно обмениваемся. То есть, ребят, мы заработали целых 6 миллионов чистых. И мне кажется, это довольно-таки неплохо. После этого я решил переключиться на наши машины, потому что, по сути, это будет намного выгоднее. Там спрос намного больше, и сейчас мы это проверим. С нового года у меня осталась вот такая вот машина Деда Мороза, которую я покупал примерно за 6 тысяч доната. Вкачал ее примерно 5 миллионов. Честно говоря, даже не помню. Как вы видите, в ПТС ее цена 5 миллионов, а также стоит прошивка Sport Plus. И сейчас я попробую продать ее на бурынке. В итоге на эту машину я установил цену в 25 миллионов рублей. Честно говоря, я не знаю, нормальная ли эта цена или нет, но буквально через 10 минут мне удалось найти реального покупателя, который готов купить эту машину за 18,5 миллионов. Естественно, недолго думая, я согласился. Мы произвели с ним обмен, и на мой баланс упало 18,5 лямов, из которых 10 миллионов это затраты на данную тачку, а 8 миллионов с копейками это чистая прибыль. Мне кажется, довольно-таки неплохо, потому что с этого ролика мы заработали целых 35 миллионов рублей за час, и мне кажется, это реально достойно вашего лайка.